So one point which comes up again and again in Srila Prabhupada's letters and in his preaching is the importance of all the devotees working together and cooperating. Один момент снова и снова повторяется в проповеди Шрилы Прабхупады, в его письмах. Это важный момент о важности работать при этом вместе, сотрудничая. So the subject of this PowerPoint presentation, you can see, team playing and cooperation. И вот это предмет сегодняшней презентации, работа в команде и сотрудничество. In any successful temple, you will find that it's not just one person. В любом успешном по-настоящему храме мы обнаружим такую вещь: там ничто не держится на одной личности тоже. There's no one center or one temple anywhere in the world, or you won't find any one organization where everything is just done by one person. Yeah. То есть ни в каком нашем храме или центре, и даже ни в какой кармической организации мы не найдем такой системы, что все держится на одном человеке. So especially within our Krishna conscious society, it's very important that we have a group of people who can work together as a team. И вот особенно в нашем движении сознания Кришны очень важно, чтобы образовалась следующая система, чтобы была группа людей, работающая как единая команда. We cannot expect one person to do everything. Мы не можем ожидать от одного человека, что он сделает все. And if one person does do everything, then it's no great success, because the idea of Krishna consciousness is to engage everyone. И даже если один человек способен на такое делать все и вся, это нельзя назвать успехом, поскольку идея это сознание Кришны, этого движения в том, чтобы занимать всех и каждого в служении. Yeah, we want to see that everyone has a place within the Krishna conscious society. Мы хотим видеть, чтобы каждый нашел свое место в этом обществе сознания Кришны. We can go to the next picture, please. Okay, so here's an important sloka, which comes straight out of Srimad Bhagavatam, fourth canto. Это вот очень важная шлока, встречающаяся нам в Шримад Бхагаватам, четвертой песне. Spoken by the Supreme Personality of Godhead Himself to the sons of Prachinibari, the Prachitas. Ее произносит сам Верховный Господь, обращаясь к сыновьям Махараджа Прачинабархишата, а Прачитам. How many Prachitas are there? Сколько у нас Прачитов? 10 000. 10 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
У всех вас одно занятие – преданное служение. Я так доволен вашей дружбой, что желаю вам всяческих благ. Можете просить у меня любого благословения. So, what is the main point in this purport, in this verse? Как вы думаете, какой в этом стихе самый важный момент?
But devotees very friendly amongst friendly relationships. Да, дружеские отношения между преданными. This was very much appreciated by personality of Godhead. Это очень ценит самая верховная личность Бога. That they were mutual friends. Что преданные являются искренними друзьями друг другу. Now usually, you know, the sons of a king, we see, for example, the Pandavas and Dhritarashtra, you know, how bitter their relationships were. Обычно мы видим среди царских семей, например, вот Пандавы и сыновья Дхритараштры, какие у них были горькие отношения. Because a kingdom is involved, and the kingdom is for, you know, one person is going to become the king. Поскольку в этих отношениях было вовлечено царство, а царство обычно наследуется одним наследником. But here you see the Prachetas, they're all friends, although they're brothers, there's no enmity, there's no bad feeling between them, they're friends. А здесь мы видим Прачеты, хотя их 10 человек, ну сколько-то братьев, но тем не менее между ними нет враждебности, есть дружба. And they had one, they had in common that they were all engaged in devotional service. И все они были заняты в преданном служении. So in the same way, all of us are here. We're all engaged in devotional service. Итак, все мы здесь заняты в преданном служении. And so we also have to keep friendly relationships. И мы также должны поддерживать дружеские взаимоотношения. It's easy to make enemies. Легко создавать врагов. It's not so easy to make friends. Но не так просто создавать друзей. But this is what we're supposed to be doing as devotees. Но это именно то, что от нас ожидается, как от преданных. When we go out preaching to distribute books, you have to make friends with people. Когда мы идем проповедовать, распространять книги, например, мы должны становиться друзьями. If we just make enemies, then it will become very difficult for us to preach and distribute books. Если же мы будем створить себе врагов, то для нас будет очень сложно проповедовать, продолжать и распространять книги. So someone who's successful in their preaching makes a lot of friends. А тот, кто успешен в своей проповеди, он может создавать много друзей себе. You meet somebody again, and they're happy to meet you again. А вы счастливы его встречать снова и снова. Oh, I got a book from you before. Oh, nice to meet you again. Такие люди говорят, о, я же тебя вот раньше брал книгу, здорово тебя опять встретить. You left them with a good feeling. Мы расстаемся с хорошим чувством. So that's good preaching. Это симптом хорошей проповеди. And especially among our own, within our own community with devotees, we have to have friendly dealings. И особенно уже внутри нашей собственной общины среди преданных мы должны иметь хорошие отношения. And this is mentioned in Nectar of Instruction. Об этом говорится в Нектаре наставлений. You all know the verse there. It's loving exchange between one devotee and another. Там есть стих о любовных взаимоотношениях преданных. Okay, well, go ahead. There's a lot of things here. So, we're talking about this team spirit, and the main issue, the main point of the team spirit is its cooperation among the team members. Итак, главное в духе команды это сотрудничество между ее членами. People come to Krishna consciousness to get away from the bitterness of material life. Люди обычно приходят в общество сознания Кришны, чтобы убежать от этих горьких безрадостных отношений материального мира. And if they come to Krishna consciousness and see devotees argue with each other, then they'll think this place is no different from the material world. Если они приходят в наше общество и видят, что и здесь тоже преданные ругаются друг с другом, то они думают, какая разница между материальным обществом и этим. And so this mode of cooperation is very important. Итак, это дух сотрудничества очень важен. We were speaking about yesterday about the different authorities within ISKCON. Вчера мы говорили о различных уровнях авторитетов в ИСККОНе. And sometimes, you know, we have to be willing to change our ideas, and we have to be willing to drop something, even it may be, we may have to even sometimes
and give up the order of the spiritual master for some time in order to please the management. И мы говорили о том, что иногда мы должны в связи с этим быть готовы расстаться со своими какими-то идеями, представлениями, даже вплоть до того, что мы можем какое-то время не выполнять какие-то наставления нашего собственного духовного учителя ради того, чтобы успешно сотрудничать с менеджерами местными. Okay, go ahead, next slide. Here's a quote from a book written by Jiva Goswami. Это цитата из книги Шрилы Дживы Госвами. Мадхава Махотсава. Мадхава Махотсава. And he's describing there the importance of cooperating with the Vaishnavas. Он описывает важность сотрудничества среди Вайшнавов. Таким образом, сотрудничая с друг другом, Вайшнавы работают вместе. Хотя обычно люди игнорируют других, стремясь к своим собственным целям. Те, кто стремятся к племени, принимают зависимость от тех, у кого такие же цели и вкусы. Так, сотрудничая друг с другом, они работают вместе, помня свои цели в племени. So, even if we're trying for the highest thing, which we all ultimately should be, we want to get this prem, love of God, it's not just working on our own, but we have to cooperate with others who have a similar goal. Итак, даже если мы стремимся к такой наивозвышеннейшей цели, премия, а это ожидается здесь от нас, тем не менее, мы не преследуем эту цель в одиночку, мы делаем это сотрудничая с другими, такими же, как и мы. So even on the highest spiritual levels, it requires working together. Итак, даже на высочайших духовных уровнях существует необходимость совместной работы. Go ahead. Niranjan Swami, Niranjan Swami describing here about struggling together. Описывает состояние вот совместного преодоления трудностей в обществе преданных. Can read. Давайте сражаться вместе. У нас были трудности, споры, недостаток денег. Мы боролись, но мы боролись вместе. Поскольку мы боролись вместе, мы помогали друг другу. В наших усилиях помочь друг другу мы прибегали к помощи сильных сторон друг друга. Забота о преданных. So here we are. We are also in a similar situation. We have our difficulties, we have our arguments. Такая же ситуация, не правда ли? У нас есть трудности, у нас есть споры. We have our financial problems. Денег у нас тоже немного. But we're working together, struggling. Но мы боремся со всем этим вместе. And we have to take advantage of each other. Мы должны пользоваться преимуществами сильных качеств других преданных вокруг нас. Work together as a team. Работать вместе как команда. And we can overcome all the obstacles. Так мы можем преодолеть все препятствия. Important for in every situation. Это очень важно в любой ситуации. Go ahead. Yeah. Read. Препятствия становятся пугающими, когда мы теряем из виду наши цели. When we forget what the goal is, then there are so many obstacles. Когда мы упускаем из виду цель, мы становимся испытываем трудности больше. We have to keep our fixed on what our goal is, where we're going, what do we want to achieve. Мы не должны своего взгляда отводить от цели, которую мы хотим достичь. And then we'll see that actually there's no real obstacle. The obstacles are there in the mind. Тогда мы увидим, что в действительности больших трудностей-то нет, они все только в уме, по большому счету, существуют. It's the mind which creates these obstacles. Это ум творит все эти проблемы. We have to control the mind, fix the mind on what we want to achieve. И мы должны его контролировать и фиксировать на том, чего мы хотим достичь. Don't get caught up in all the problems. Не позволяйте себя всем этим проблемам схватить вас. Next one. Please. Вот цитата некого человека. Мы проявляем отвагу, когда мы в меньшинстве. Когда мы в большинстве, мы проявляем терпимость. Ральф Сокман. So, are we in the minority? Мы не находимся ли мы в меньшинстве? As devotees, we are very much a minority. Как преданные, естественно, мы в меньшинстве.
There's so many people in the city. We're only a very small number of people. В этом городе, например, столько людей, а нас всего горстка. You have to have courage. Мы должны быть отважными, смелыми. And in the association of devotees. В обществе фетов, общаясь с другими преданными. In this room, we're all, you know, where the devotees are in the majority here. В этой же комнате мы видим, мы в большинстве как преданные находимся. And here we have to be tolerant. А здесь мы должны проявлять уже терпение. We tolerate each other. We get along with each other, working together with the other devotees. Работая друг с другом, сотрудничая рука об руку, нужно проявлять терпение. Even though we're all different. Хотя все мы разные. Just like Sukadeva Goswami and Maharaj Pariksit, they didn't have much in common. Например, Шукадева Госвами и Махараджа Парикшит, а между ними внешне было очень мало чего общего. Sukadeva Goswami was a young boy, coming naked. Шукадева Госвами был юношей, который всюду ходил обнаженным. And Maharaj Pariksit had been the emperor of the world. He'd just given up the throne. А Махараджа Парикшит был императором всего мира, который только что оставил свой трон. Parikshit was Kshatriya. И он был кшатрием. And Sukadeva Goswami was Avadut. А Шукадева Госвами был Авадутой. They didn't have anything in common, really, in their background. То есть, по большому счету, ничего общего между ними не было. Only one thing. Только единственная вещь их объединяла. They were devotees. Они были оба преданными. They were 100% devotees to Lord Krishna. 100% преданными Кришне. So because they had that in common, therefore they were able to relate to each other and to discuss the highest topics. И на основе вот этой общности, преданности Кришне, они могли общаться с друг другом, обсуждая предметы сознания Кришны. Okay, so we ask a question here. Здесь мы задаем вопрос. Насколько большой должна быть проблема, чтобы мы обратили на нее внимание? If there's a... Какие хорошие ответы даются? Chanakya Pandit says, three things should be given attention to immediately. А вот Chanakya Pandit об этом говорит, что немедленно, безотлагательно мы должны решать следующие три вида проблем. One is debt. Одна из них это долги. Another thing is disease. А другая это болезни. And the third thing is fire. И третье это пожар. And so, if there's a fire, you know, how long are you going to wait before you try to... Здесь сказано, насколько наш дом должен быть охвачен пламенем, чтобы мы начали тушить его. So, we, you can read? Yeah. Yeah. We should not... The next quote. Go ahead. Мы не должны ждать кризисов, чтобы начинать действовать. So there's the example, the men were cutting wood in the forest, but they didn't see that there was a fire. Например, вот человек, который пилил дерево в лесу, но он не видел пожара, который уже охватил этот лес. They're cutting down a tree, but they didn't see that the forest was burning around them. Он пилил свои деревья, но при этом не видел, что вокруг все уже пылает. So instead of just trying to cut down a tree, they should have been taking care of the fire, putting out the fire. Вместо того, чтобы продолжать пилить эти деревья, им нужно было уже убегать оттуда. And in the same way, when if we have some problems, we have some difficulties, we have to address them. Итак, если у нас какие-то проблемы, трудности, мы тоже должны обращаться к кому-нибудь за разрешением их. And then addressing problems often means meeting together and discussing things with each other. И как правило, вот разрешение трудностей связано с тем, что мы должны с друг другом встречаться и обсуждать тему. It's very important for us as devotees that we regularly meet with each other and discuss the difficulties and problems we face. Как для преданных, для нас очень важно регулярно встречаться с друг другом и обсуждать все насущные проблемы. Sometimes devotees will just say, "Oh, nobody understands my problems." Иногда преданные думают, никто вообще моих проблем не понимает. Or they say, "You can't understand." Они говорят, да вы, вам не понять вообще. But we never tried to explain what our problem was. Но мы даже не пытались объяснить, в чем наша проблема. So it's very important for us to
meet together. That's why we have things like spiritual masters and instructing spiritual masters, mentors. Вот почему для нас важными являются вот все наши наставники. Это может быть наш духовный учитель, инициирующий или наставляющий духовный учитель или наставник. And all the devotees in managerial positions, they are also like shiksha gurus. И все преданные, занимающие какие-то управляющие посты, они также находятся на положении наставляющих духовных учителей. And we have to be able to approach them. We have to discuss their problems, whatever difficulties are there. И мы должны быть способными обращаться, как-то нужно к ним за разрешением наших проблем, обсуждением их. Go ahead. Мы должны быть такими людьми, которые тратят свое время на заточку пилы нашей организации. Мы все должны чувствовать эту ответственность. We have to be organized. Мы должны быть организованы. We have to keep ourselves organized. Мы должны работать над этим. And that means meeting with each other, sharing our ideas and opinions. Собираться с друг другом, делиться с друг другом своим мнением и Srila Prabhupada used to have a thing called Ishtagosti. Prabhupada вот ввел такое понятие как Ishtagosti. Yeah, you heard of that? Ishtagosti? Ishtagosti means the meeting of the cowherd boys. Ishtagosti буквально переводится как встречи мальчиков-пастушков. You know, and all the devotees had to come and sit and they would discuss Krishna Katha. Это значит, что все преданные собираются и обсуждают Кришна Катху. And they would discuss also the organization and think problems in the temple. Также они собираются для обсуждения проблем организации и работы в команде. Okay, so next we have a letter which Prabhupada wrote to a devotee who was the manager of the Los Angeles temple. He was also in charge of the BDT. Вот сейчас мы видим письмо преданному, который отвечал за менеджмент в Лос-Анджелесском храме, а также за BBT, за издательство. So it's an important letter here, something which is often quoted. Это важные здесь моменты в этом письме, его часто цитируют. Read. Движение сознания Кришны предназначено для обучения людей быть независимыми мыслящими и компетентными во всех отраслях знания и деятельности, а не для того, чтобы разводить бюрократию. Как только начнется бюрократия, все будет испорчено. Всегда должны быть личные усилия, работа и ответственность, дух соревнования. Не так, что кто-то доминирует и распределяет благо другим, а они ничего не делают, кроме как просят у тебя, а ты их всем обеспечиваешь. Нет. So, Prabhupada is making the point here that he wants all the devotees to be independently thoughtful. Вот Прабхупада здесь выделяет следующий момент. Он хочет, чтобы каждый преданный стал независимым мыслящим. He wants devotees to be able to do everything. И он хочет также, чтобы преданные были способны делать все, что нужно. And Prabhupada doesn't want bureaucracy. И также Прабхупада не хочет бюрократии. Is there a lot of bureaucracy in Russia? Бюрократия есть вообще в России? No. Is Russia a bureaucratic country? Бюрократическая общественная Россия. Yeah. So most places are. Большинство вообще мест в мире таковыми являются. India is very bureaucratic. Индия, в частности, очень бюрократизирована. They were trained by the British to be bureaucratic. Их вообще британцы так натаскали бюрократами. You find a lot of bureaucracy everywhere. Множество бюрократии можно обнаружить повсюду. But Prabhupada didn't like that in ISKCON, in spiritual matters. Прабхупада не хотел этого в ИСККОНе, в организации, связанной с духовностью. But at the same time, he wanted organization. Но с другой стороны, он хотел, чтобы все было организовано. So it's often a difficult thing to balance the two, that on one way you don't want to be bureaucratic, but at the same time you don't want to kill the spirit of individual initiative. Вот часто это является проблемой, трудным для понимания моментом. С одной стороны, должно быть все организовано,
и в то же время мы не хотим бюрократии, и в то же время не хотим подавлять индивидуальные инициативы, исходящие от каждого. We want to encourage devotees. If they have some desire to do something for Krishna, we want to encourage them. Мы хотим вдохновлять преданных, если у них есть какое-то желание сделать что-то для Кришны, вот спонтанно, индивидуально, мы хотим их поощрять в этом. Of course, at the same time, you have to confirm it with the spiritual master. Естественно, в то же самое время мы хотим находить всем таким инициативам подтверждения у нашего духовного учителя. Just like there was one devotee, he wanted to make to do films. He wanted to make a film all about Krishna. Вот был один преданный, который хотел сделать фильм о Кришне. But Prabhupada said, no, no. He said, forget it. He said, this will just cost too much money. Но Прабхупада сказал, забудь об этом. Это будет очень дорого стоить. And this devotee thought, no, if we make a film, it will be, we can make so many devotees, it will be so successful. Но этот преданный продолжал настаивать, нет, если мы сделаем фильм, то это будет так успешно, столько преданных можно через него сделать. But Prabhupada said, no, he said, these films cost millions of dollars to make, and often these films are a failure. Но Прабхупада говорит, нет, обычно хороший фильм стоит сделать миллионы долларов, и бывает так, что этот фильм проваливается. So while there's an opportunity for people to be independently thoughtful, they have to confirm it also under the authority. Таким образом, хотя у людей могут быть свои личные идеи, как служить Кришне, они, наверное, должны найти подтверждение от духовных авторитетов. So there has to be some cooperation. То есть вот, должно быть сотрудничество. We have printed. Did you print the paper? Huh? So, один правило распечатал, второй 11 страниц. One is ready, but the second one is 11 pages. Oh, 11 pages. Uh-huh. Okay. Anyway, yesterday we spoke about different authorities, how some people are involved in management and others are more concerned with preaching. Вчера мы говорили о том, что есть разные виды авторитетов. Одни больше озабочены проповедью, другие вовлечены больше в менеджмент. It's like, you know, the management seems like it's material, and the preaching, we think that's more spiritual. И такое расхожее мнение есть, что проповедь – это что-то более духовное такое, а менеджмент – это такое приземленное, материальное. So sometimes devotees in their enthusiasm, they neglect the material for the spiritual. И подчас преданные в своем таком энтузиазме пренебрегают материальным ради духовного. And this can create problems for our society. И это может создать проблему для нашего общества. And so we have there's a paper written by the GBC. Есть документ, выпущенный GBC. And they describe the duties of the disciples, the duties of the spiritual master, the duties of the managers. Которые описывают обязанности ученика, учителя, менеджера. And we want every devotee should read this, and they should be familiar with the points which are made in this paper. И каждый преданный должен ознакомиться и понять те моменты, которые в этом документе раскрываются. This paper has been translated into all the languages, written by the GBC and translated into all the languages. Выпустили вот выпустил BBT и уже этот документ переведен на все языки. So we want you also to read it. Мы хотим, чтобы вы тоже почитали его. Especially devotees who are initiated in the Krishna consciousness movement must be very familiar. Особенно преданные, инициированные, уже получившие посвящение в движении сознания Кришны, они должны быть знакомы с этим материалом. Okay, go ahead. We're talking now about team spirit among devotees. Итак, сейчас говорим о духе, командном духе среди преданных. Can you go ahead and click again? A servant leader should have the ability to. Лидер слуга должен быть способен создать командный дух и действовать сотрудничая. So we describe the managers like this as servant leaders. Итак, как менеджеры,
У нас для менеджеров у нас существует специальный термин лидер-слуга. He's a leader and at the same time he's a servant. Он лидер и в то же время он слуга. So it mentioned here what his job is. И здесь упоминается, в чем заключается его задача. He has to create a team spirit. Он должен быть способен создать командный дух. Power to cooperate. У него должна быть способность сотрудничать с другими. Just like if you play any sports, if you play any team game. Как, например, в спорте, если вы когда-нибудь играли в какие-то командные игры. In England we all play team games, we play football a lot. В Англии, например, всем нравится вот командная такая игра, как футбол. Russia also plays a little football. Немножко Россия тоже, да, футбол. So you gotta have a team which play, you know, they have to work together as a team. И также эти футболисты, они должны играть вместе как команда. You may have one good player, and if all the rest are useless, you know, even if he's a great player, it won't be much use. Даже если в команде есть один великий игрок, но а все остальные такие посредственные, тем не менее такая команда не добьется бы какого-то успеха большого. There has to be cooperation. Между ними должно быть сотрудничество. I mentioned here with cooperation, what happens then? You have a common purpose. И вот здесь говорится, что сотрудничество это происходит тогда, когда у нас есть общие цели. Общие цели, второе, видение особенностей каждого члена команды и признательности за уникальный вклад каждого. So like that, this is why we should cooperate, the benefit of cooperation. Вот почему должны сотрудничать и какие блага из этого происходят. Go ahead. Дух команды среди преданных, наделение преданных полномочиями и построение успешных команд практически целиком зависит от их состояния преданности. Это выражается в следующих моментах. So first of all, we have devotees have to feel valued. Итак, первое, что должен чувствовать преданный в команде, что меня достаточно ценят и я хочу на основе этого оказывать какую-то севу, служение. We all like to feel valued. Нам всем нравится, когда нас ценят. So, you know, we have to appreciate devotees for their service. Мы должны оценивать, ценить преданных за их служение. Oh, somebody is doing very nice work. There, somebody cooked the prasadam. They made some nice prasadam. Кто-то, например, замечательно приготовил прасад. Somebody is keeping the temple clean. Кто-то поддерживает чистоту в храме. Somebody else is serving the deities. Кто-то служит божествам. Somebody else took the garbage out every day. Кто-то каждый день мусор выносит. Somebody's cleaning the toilets. Кто-то чистит туалеты. We have to appreciate these things. Мы все это должны ценить. You know, often we don't take notice, but if these things are not done, it makes a big difference to the consciousness. Если же мы как бы это не ценим, думаем, что это такое что-то незначительное, как только мы таких вещей лишаемся, и мы сразу увидим. Какая разница будет? Then the second thing, number two. Второй пункт. Я люблю, уважаю и ценю преданных, с которыми я служу в храме. We have to have some good feelings for the devotees. У нас должны быть какие-то добрые чувства по отношению к преданным. If we don't like the devotees, then probably we won't come here again. Если нам не нравятся преданные, скорее всего, мы не будем к ним приходить. The most important thing is that you feel you know somebody is coming here. I remember when I became a devotee, I started going to the temple in London, and there was one devotee. He would always speak to me and always he would keep me prasadam. You know, I felt so nice. Вот я, например, помню, как начинал быть преданным в Лондоне, начинал ходить в храм, и там был один преданный, который постоянно со мной разговаривал, всегда мне оставлял прасад, и я всегда так замечательно себя чувствовал с ним. I had a job and I used to come to the temple in the evening for the arati. Я работал тогда и приходил по вечерам на арати в храм. And one devotee made friends with me and he would keep me prasadam every night.
И один преданный со мной подружился, и вот каждый вечер мне оставлял просад. And then he told me, why don't you stay overnight? You can come for the morning program. А и он даже мне сказал, почему тебе не остаться на ночь, утреннюю программу еще посетишь? He says, oh, okay, I'll come and stay overnight. Хорошо, я сказал, останусь на ночь. And then after being staying overnight, he said, why don't you just give up your job? И когда я остался на ночь, он мне потом сказал, а почему тебе вообще работу свою не бросить? I said, oh, okay. Yes, хорошо. You can always get another job. You can always find another job. Мы всегда можем какую-то новую работу найти. So I went home, I gave away everything I had, got rid of all my books. И я пришел домой, от всего избавился, всех своих книг дома. I just graduated from university, had so many books and so many rubbish things. Я уже был вот в аспирантуре фактически учился, у меня было столько всякого мусора, столько книг разных. Got rid of everything and moved in the town. Я от всего избавился и отправился в Ран. It's great. Замечательно. You should all do it. Вы все тоже должны так сделать. Okay, number three. Номер три. Несмотря на трудности, я люблю ИСККОН. Yeah. Okay, ISKCON is not perfect. Да, ИСККОН несовершенен. We have some problems. У нас есть проблемы. You know, we lack some things. A lot of things we could do, we could improve. Много вещей мы как бы еще не можем с ними справиться. But we should think, you know, they have a good mood. Но тем не менее у нас должно быть хорошее настроение, позитивное. I should join and try to improve it. Я должен присоединиться к ИСККОНу и постараться что-то в нем улучшить. Yeah, we know there's deficiencies, there are shortcomings in ISKCON. Да, мы знаем, что есть какие-то недостатки, какие-то проблемы в ИСККОН. So we invite you, come and join and improve. И так мы вас приглашаем, пожалуйста, присоединяйтесь и улучшите. Show us how we can improve it. Покажите, как это можно исправить. Number four. Четыре. Я люблю Шрилу Прабхупаду и цели ИСККОН. Yeah. New devotees coming to ISKCON, they should take shelter of Шрилу Прабхупады. Новые преданные, приходящие в ИСККОН, должны принять убежище у Шрилы Прабхупады. They should hear about Шрилу Прабхупады. Они должны о нем слушать. And they should just be thinking, what a wonderful person he must have been. И они должны думать, что это должна быть за замечательная личность. He had so many nice ideas. У него столько замечательных идей. Number five. Пять. Я ценю миссию и видение моих президента Рама и GBC. Yeah. So number. We appreciate these people are taking some responsibility. Итак, мы также должны оценить тех преданных, которые приняли на себя определенную ответственность. Very difficult to be a manager anywhere. Очень трудно быть менеджером где бы то ни было. Often people hate you. Часто очень люди вас просто ненавидят. You may have to do things people don't like, you're not popular. Вам необходимо делать вещи, которые многим людям не нравятся, и вы становитесь непопулярными. But somebody has to be the manager. Но кто-то должен быть менеджером. Somebody has to do it. Кто-то должен это делать. If nobody will do it, then it's like a body without a head. Если кто-то не будет этого делать, это как тело без головы. And just wait, one day you will get the turn to be the manager. И подождите, однажды ваша очередь придет стать менеджером. Then you will know how difficult it is. Тогда вы узнаете, как это непросто. And so we should be grateful for somebody who is willing to take on that responsibility. Поэтому мы должны быть очень благодарны тем, кто добровольно берет на себя это бремя этой ответственности. Number six. Шестое. Я знаю, что все преданные ИСККОН стараются выполнить миссию Шрилы Прабхупады. И я люблю, уважаю и почитаю их. An appreciation for the devotees. Это вот мы ценим других преданных. That they're sincere, they're genuinely trying to do something for Prabhupada. Они искренне, они стараются что-то сделать для Прабхупады. Okay. Go ahead. So, who's this picture? Who's there? Кто здесь на картинке нарисован? Раджа Риши. Yeah, great king, like who? Великий царь. Who's a great who? Например, каких вы знаете великих царей Раджа Риши? Somebody like Парикшит, Махарадж Юдистхир, or somebody like that. Yeah. Такие цари.
Okay, so what do they have to do? Итак, некоторые из обязанностей таких царей. You can see it's a king. Лидеров команд. He's sitting there and he's got his ministers, he's got his different secretaries there. И он сидит, а у него вокруг министры, секретари, то есть его команда. So, what are his duties, first of all? Итак, прежде всего, какая у него обязанность? Первое, тошана. Обеспечивать пищей всех своих подданных. Nobody, Prabhupada said, nobody should go hungry within how many, 5 kilometers, 10 kilometers of the temple? Prabhupada вот говорил, что никого не должно быть вокруг храмов голодных, вокруг 10 километров. So especially in the temple, nobody should go hungry. И уж особенно в храме не должно быть голодных. And then, he has to distribute gifts to satisfy them. Потом Гринама раздавать дары, чтобы удовлетворять своих подданных. Prabhupada would come distribute sometimes gifts for devotees. Иногда Шрупада раздавал какие-то подарки преданным. When Prabhupada went back to India and came back to America, he would bring some presents for the devotees. Когда Прабхупада ездил в Индию и потом возвращался в Америку, он привозил разные подарки преданным. And then also having meetings. Потом вот у Палалана созывать собрания и произносить приятные, глубокомысленные речи, радующие людей. And encouraging them, speaking. Говорить так, чтобы люди вдохновлялись. Trying to at the same time also giving instructions. И в то же время давать им какие-то наставления. So these are all some of the duties of the group, the team leader. Вот это некоторые из обязанностей лидера команды. When Tamal Krishna Goswami was sick, Tamal Krishna Goswami, you know, he was Prabhupada's secretary, and he was probably one of the most senior men in ISKCON. Вот однажды Тамал Кришна Махарадж, который являлся секретарем Шрилы Прабхупады и фактически одним из самых старших преданных в ИСКОН, однажды он заболел. And so at one point he got cancer. У него рак обнаружили. And he was undergoing treatment for cancer. И он должен был проходить лечение. And he had to take very painful surgery. Он должен был пройти через очень болезненную операцию. And what happened actually when the doctor did the operation, the doctor by mistake left some devices inside his body. И что произошло? Доктор по ошибке во время операции забыл там какой-то инструмент внутри него. Yeah, so he was in great pain and nobody could understand why. И представьте, какую боль он испытывал, и никто не мог понять почему. So the he was fortunate that there was one devotee called Rita Dwaja Swami. Rita Dwaja Swami is a Prabhupada disciple. He is an initiated sannyasi many years. He preaches usually in America. So, Tamal Krishna Goswami used to call him his coach. Coach means like you have a team, you know, a football team or something. You have a coach, somebody trainer. Uh-huh. And Tamal Krishna Maharaj was coach for his. No, Rita Dwaja Swami was his coach. То есть наоборот, вот этот Rita Dwaja Swami был подобен тренеру для Tamal Krishna Maharaja. Because Tamal Krishna Maharaj was in so much pain, he was so much discomfort, he was feeling so bad. Поскольку Tamal Krishna Maharaj испытывал огромный дискомфорт, боль и трудности. Because his life was so dedicated to Krishna, and he felt he couldn't do anything for Krishna in that condition. И поскольку его жизнь была полностью посвящена Кришне, а он в этом состоянии ничего не мог делать для Кришны. So he had his coach. И так у него был тренер его. Just like if you're a performer, a musician, or you have a coach, somebody who's guiding you, helping you. Всегда у всех, например, у музыкантов есть вот какие-то наставники, тренера, которые направляют вас, помогают вам. So Rita Dwaja Swami was there always to speak words to him and encourage him. И вот Rita Dwaja Swami всегда говорил ему такие необходимые слова, вдохновлял его. So
He helped him to cope with all of his difficulties in his health. И он помог ему, помогал ему со всеми его трудностями, болезнями. So like that, we also need coaching from time to time. И также нам нужно сейчас вот такое как бы руководство таких наставников время от времени. And sometimes we lose our enthusiasm. Иногда мы теряем наш энтузиазм. I'm sure Nanda Kumar knows about it. You get some boy, he comes on book distribution, and after a while, then he, you know, oh, nobody's taking a book, I don't want to go out again. And you have to preach to them. Если, например, вот кто-то распространяет книги, то вы знаете, что иногда преданный, особенно новичок, у него наступает трудный период, и никто не берет книги, у него падает энтузиазм, и ему нужно, вам нужно проповедовать такому преданному, вдохновлять его. You gotta have somebody there. Come on, Prabhu, you can do it. I know you can do it. Вот так надо вдохновлять. Прабу, давай, ты сможешь, я знаю, это делать. So, what? This is the leader, you know, the servant leader. Это обязанность лидера слуги. He's the one helping to keep the team going. Он помогает команде продолжать ее работу. He has to be like a Raja Rishi. Он в этом подобен Раджа Риши. Okay, go ahead. So, here you can see the difference. On one hand, on the left side, we talk about groups, and on the right, teams. И здесь мы посмотрим о разнице между просто группой людей и командой. Go ahead, read it. Just read through the one. Read one for group, and then one of team. Итак, первая группа. В каждой группе думает о своих интересах, а в команде все как один думают о целях команды. You can see the difference in the mood between a group and a team. Разница какая? So what's better, group or a team? И что же лучше, группа или команда? Team. Yeah. Да, команда. Okay. Read number two. Второе, люди присоединяются к группе только чтобы руководить, а в команде люди понимают свою взаимозависимость. Number three. Три. Члены группы работают независимо, порой противоречат друг другу, а в команде цели достигаются благодаря взаимопомощи. Четвертое. Членам группы говорят, что им делать, а в команде члены привносят свои знания и таланты для достижения целей команды. There's more opportunity for devotees to use their initiative as a team. В команде мы видим больше возможностей для преданных использовать свою инициативу. Number five. Пять. Члены группы не доверяют друг другу, не понимая роли другого. А в команде царит климат доверия, в котором люди вдохновлены выражать свои идеи. This is a very important point. Это очень важный момент. Having this mood of trusting each other and feeling encouraged. Нужно вот иметь этот дух доверия друг другу и чувствовать, как нас как бы поощряют на наши инициативы. We want to encourage the devotees to. Мы хотим вдохновлять преданных в их. They have some ideas. They feel they can do something. В том, что они хотят что-то сделать. Yeah. Six. Шестое. На членов группы смотрят как на наемных рабочих, а в команде члены чувствуют ответственность за все, что происходит, и заинтересованы в целях. Yeah. We have this is actually our temple. This is your temple. Это наш храм, это ваш храм. You are making this community, this center. Вы составляете часть этой группы прихожан. Это ваш центр. It's not like working in some office or working for some company. Не так, что вы в каком-то офисе работаете, на какую-то компанию. No, this is something which we're dedicated to. Это нечто, чему мы посвятили себя. Of course, nowadays, if you get a job, if you work for something like IBM or Intel, some big electronic company, then they want you to work 24 hours a day. Вот нынешняя тенденция такова, что если вы в какой-то крупной компании работаете, то от вас хотят выжимать из вас все 24 часа, чтобы вы работали. They can call you anytime, day or night. Они могут вас вызвать на работу в любое время дня и ночи. They want you to sell your soul for that.
Они хотят, чтобы фактически душу продали этой компании полностью. Of course, people, they're only in that job just simply for the money. Но ведь обычно люди на работу ходят просто ради денег. They don't love the company. They don't love. Не любят так саму компанию-то. They're just there for the money. Они ради денег там. And devotees are here. We're here simply for Krishna. А мы здесь только из-за Кришны. Our service is based on love. Наше служение здесь основано на любви к нему. Because we have attraction for Krishna, we want to give service. Поскольку мы привлеклись к Кришне, мы хотим оказывать ему какое-то служение. Number seven. Седьмое. Члены группы могут, а могут и не быть вовлеченными в принятие решений, а в команде члены вовлечены в принятие решений. Yeah, we have a say. We are all involved in making decisions. Итак, мы все должны быть вовлечены в принятие решений. If you don't like something, you know, you can speak up. Если вам что-то не нравится, вы можете об этом сказать. Number eight. Восьмое. Подчинение в группе более важно, чем результат. А восьмое, а в команде целью являются позитивные результаты. Okay. Okay. So you can read through these things. Just read them. Советы по построению команды. Вдохновляйте членов команды вопрошать, почему это так. Поощряйте их мысли творчески. Спрашивайте о их идеях, предложениях. Останавливайте критицизм, слушайте от них о новых идеях, изучайте их, думайте о позитивных аспектах их предложений. Периодически поощряйте членов подарками за их самоотверженный труд. Используйте язык команды, мы, нам, наша команда, наша цель, наш успех. Разрабатывайте вместе цель команды, поощряйте искреннюю обратную связь, поощряйте сотрудничество, проводите время вместе помимо работы. Награждайте команду за хорошо выполненную работу. Будьте примером, участвуя в работе. Делитесь полномочиями, не становитесь микроменеджером. Вкладывайте в команду, в обучение, в образование, какое-то время им уделяйте и так далее. Обеспечивайте достаточными ресурсами. Ставьте достижимые, но требующие достаточных усилий цели. Делитесь информацией, не скрывайте ее. Делитесь особыми возможностями и преимуществами. So anybody who is a manager, who is working, you know, thinking, trying to be part of a team, these are some things which can help to make a successful team. Вот это особенно полезно менеджерам, которые служат вот как управленцы, им это полезно для создания командного духа. There are many things. Sometimes it's good, you go through them and just think, you know, what things we need to do to improve. Часто полезно очень через эти вещи пробегать периодически и посмотреть, что из этого можно применять. Go ahead. Обязанности любого лидера, желающего быть сильным игроком в команде. Быть хорошим примером, проявлять заботу, не требовать уважения, учиться быть смиренным, быть не заинтересованным в почестях. Учиться не злоупотреблять смирением других, считать всех вайшнавов лучше себя, не использовать свое положение для контроля над другими, не строить ожиданий в отношении подчиненных, не иметь других мотивов в отношениях с людьми, кроме как помочь человеку в его духовной жизни. Okay, so these are different points which we need to sometimes read over again and again to remind ourselves. Вот это то, что мы периодически снова и снова должны прочитывать, чтобы напоминать себе об этом. You may say, well, I'm not a leader. Кто-то может сказать, я вообще не лидер. Anyway, we should still try to cultivate the qualities of leaders. Но, тем не менее, мы стараемся культивировать качество лидера. It's important for all of us to develop these qualities. Важно для нас развивать такие качества. Go ahead. Okay, we're going to see an important exercise here. Тут у нас интересное упражнение ждет нас. You can see these birds flying. Видите, летят эти птицы. Yeah. So, go ahead. Yeah. Read. Давайте учиться за. We're going to learn. Учиться командной работе и сотрудничеству среди преданных. We're going to learn from these birds. Мы сейчас от этих птиц хочем.
to apply, how they associate, and how we can apply their principle of association. Давайте попробуем применять к себе принципы, на которых они вот вместе держатся. Right? You can all flap your wings. Если мы тоже можем вот вместе так лететь. Если бы только преданные вели себя в отношениях с другими, подобно гусям, как бы было хорошо. Okay, go ahead. Read. Когда мы видим гусей, летящих в теплые края, чтобы переждать зиму, давайте обратим внимание на то, что они летят клином. А вы знаете, почему они так поступают? So, you know? Знаете? Yes. Huh? Рассекают воздух легче. Почему? It's easier for them. Yeah, it's easier for them. Да, это легче для них так лететь. There's a reason. They have their reason. Есть причины на это, что они так делают. And they fly that way. It's much easier for them to fly. Для них так гораздо легче лететь. Go ahead. Если используем такое построение вот в форме клина, то вся стая увеличивает эффективность полета на 71%. По сравнению с одиночной птицей. Yeah, you just fly on your own, it's not so easy. Если вы сами по себе летите, это не так просто. But when they're in that V formation, then it's much easier for them. Но когда вот они формируют такую стаю, для них гораздо легче становится. Lesson one. Итак, первый урок мы извлекаем. Цели достигаются проще и быстрее, если мы работаем в одном направлении как команда. Помогая себе таким образом, можно достичь большего. We get to the destination quicker. Мы быстрее достигаем нашей цели. У всех нас общее направление, так как мы прилагаем усилия, чтобы вернуться домой, назад к Богу, сотрудничая друг с другом, помогая друг другу и понимая ценность общения друг с другом, мы сможем достичь нашей конечной цели проще и быстрее. You see they're all flying, all these different faces? And they're all flying the same direction. We're all going where? Куда мы все отправляемся? Back to Godhead, right? Yeah. By cooperating with one another. Сотрудничая друг с другом. Help each other. Помогая друг другу. We need association. Нам необходимо общение. Okay. Much easier, much faster. Гораздо легче и гораздо быстрее вместе. And then? А теперь? Sometimes the bird, one bird leaves a flock. Иногда одна птица оставляет стаю. Just like sometimes a devotee leaves. Иногда вот преданные уходят. And so they try to think. And then I'm not going to go on my own. I'm just going to chant on my own. И они говорят, я буду сам по себе повторять. I want to be a Babaji. Я хочу вообще стать Бабаджи. Go and sit in the mountains, in the on the mountain somewhere. Вообще в горах где-то засяду. Я орел. So, he feels the resistance. Так такой гусь начинает чувствовать сопротивление воздуха и ему становится тяжелее. When they're together, it's much easier. Когда же они вместе, им гораздо легче. But when he separates, he's flying alone. Но когда он отделяется, летит один. Then not so easy. Тогда не так просто ему. Then the bird will quickly come back. И тогда птица быстренько опять подтягивается в стаю, чтобы воспользоваться силой летящей because, всей стаи. Because you can save a lot of energy. Так она может сберечь гораздо больше энергии. Second. Второй урок. Если объединиться с теми, кто движется в том же направлении, что и мы, то потребуется меньше усилий. Каждый будет склонен принять или оказать помощь. Working together just keeps it makes things so much easier for us. Когда мы работаем вместе, то для нас все становится легче. Just like here, in the temple, we know. Например, в храме.
We take turns to do things like maybe cooking, cleaning. Приходит наша очередь, например, готовить или убираться, мыть. Somebody is taking turns also to do arati. Чья-то очередь подходит арати совершать. But we have to do everything ourselves. It's not easy. Если бы все это нужно делать было кому-то одному, это не так просто. You have to do the arati. You have to do at the same time do kirtan. Представьте, вам надо и арати провести, и киртан спеть. You're doing the arati. You're singing kibajayo. And you're thinking, oh, I wish some people would come and do kirtan. Then someone would come and join do kirtan. Сразу начинаете естественно думать, вот бы кто-нибудь пришел и спел киртан. But you're doing everything yourself. Когда вы все сами делаете. It's not very easy. Это не так легко. The same way with the birds. Так же вот и с птицами. The bird finds much easier to fly in the flock. Для птиц гораздо легче летать в стаях. When we leave the association of devotees, когда мы оставляем общество преданных, so we see how difficult it is. Мы можем видеть, как нам становится трудно. Right? Как, если мы оставляем общество преданных и пытаемся практиковать сознание Кришны в одиночку, так как не можем терпеть разницу в характерах преданных, то тем самым мы осложняем свой прогресс в сознании Кришны. So sometimes association of devotees is so difficult. Иногда общение с преданными становится очень непростым. Association of devotees described to be like chutney. Общение с преданными порой описывается как чатни. You know, chutney when you get the apples and you boil it and you cook it to a jam. Чатни, знаете, как делается? Берутся яблоки, берутся и они вариваются, из них делается джем. So Prabhupada taught devotees how to make chutney. Прабхупада учил преданных делать настоящее чатни. He said it should be so hot you can't stand it. Он сказал, что statement. No, chili. Chili. Он сказал, что оно должно быть настолько острым, столько там перца должно быть, чили, что даже вы не можете его. Yeah, put a lot of chili in it, make it really hot. Wow. То есть очень много должно чили там быть, чтобы оно было воистину острым. But it should be so sweet, you cannot resist it. И в то же время оно должно быть таким сладким, что вы не можете сопротивляться, чтобы не вкусить немного. Oh, it's so hot. But it's so sweet. И вы вот одновременно испытываете эти две эмоции так настолько остро, что нельзя продолжать, и в то же время так сладко, что невозможно оторваться. Give me more. Give me еще все-таки давайте. So association with devotees is like chutney. Вот общение с преданными, оно подобно этому чатни. Sometimes devotees very hot, difficult to tolerate. Иногда преданные очень такие острые и очень трудно терпеть. But also should be very sweet. Но также они должны быть очень сладкими. So that we cannot resist. Чтобы нельзя было без них жить. Yeah. Если мы осознаем значимость вайшнавов и научимся терпеть небольшие разногласия и неудобства на нашем пути назад к Богу, тогда все преданные будут склонны помогать другим и принимать помощь от других. And sometimes we make very small things, a very small issue, we make it into a very big thing. Иногда мы берем и, как говорится, из мухи делаем слона, из какого-то незначительного недостатка раздуваем такую проблему огромную. One time, there was one temple in America. Однажды в Америке был один храм. So it was a big temple. Большой храм. And so Prabhupada had asked that the ladies go to be at the back. Прабхупада попросил женщин всех быть, ну, сзади стоять. Yeah. I think even the Los Angeles temple, they have an upstairs which looks into the, they look down, you can see the deities. В Лос-Анджелесе, например, там вообще есть второй этаж, вот типа как балкон, и там вообще сверху можно на божество смотреть. And so in Los Angeles there were a lot of children. So Prabhupada said, let the ladies and children, they can go up there, or they can be in the back. Множество детей, женщин, и Прабхупада сказал, они могут все наверх подниматься и оттуда наблюдать, петь. And so one of the women, she was the wife of the temple president, she was really upset.
И одна из женщин, которая была женой президента храма, она была этим очень разочарована, расстроена. Она подумала, почему же так, почему нам нельзя впереди стоять тоже? So she was going to leave the movement. И она вообще собиралась покинуть движение из-за этого. The prophet said, "That's okay, you can be in the front." Прабхупада сказал, хорошо, ты впереди можешь стоять. So she came in the front and all the other women. И она вот стояла впереди, а все остальные женщины на балконе. And then she, so then she decided, okay, I've got to be with the other women. И она тогда решила, ну ладно, я тогда тоже буду со всеми остальными женщинами. So, you know, little things, you know. То есть какие-то незначительные вещи. But we make it really big. Но мы их можем так раздувать. So we have to be tolerant. Нужно быть терпеливым. Some difficulties, some inconveniences, if we can just put up with these things. Какие-то трудности, неудобства, нужно их всех учиться терпеть. And then, you know, you'll see these little issues shouldn't stop us going back to God. То есть какие-то мелочи не должны останавливать нас на нашем пути к Богу, назад к Богу. That's important. Это важно. Okay. Когда лидирующий гусь устает лететь. Okay, somebody's a leader, the goose is flying in the front, he gets tired, then what does he do? И что же тогда этот гусь делает? Он перемещается в конец строя, в то время как другой гусь принимает лидерство. What's he gonna do? Вот что они делают. Is he gonna stop flying? Что, он останавливает свой полет, когда устает? No. He's been taking the lead, he'll let some other goose take the lead. Нет, он немножко просто расслабляется и другому дает гусю лидировать. Somebody is the head leading the tempo, and after some time he'll get tired, he lets somebody else take the lead. А иногда вот человек руководит храмом, потом устает и позволяет какому-то другому преданному руководить. These positions are not eternal. Все эти положения, они же не вечные. No, we just take on the service for some time. Мы какое-то просто служение несем какое-то время. And as soon as we see somebody else is more capable, then we pass over the responsibility to them. И как только мы видим, что кто-то более квалифицирован, чем мы тут же ему передаем все полномочия. We just have to consider everything in terms of time and circumstances. Просто на все нужно смотреть в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Okay. Успешный начальник учится у людей, учая своих подчиненных. We have to be willing to learn from everyone. Мы вот должны желать учиться у всех и каждого. We shouldn't think because somebody's a leader, I'm the leader, I know everything. Лидер не должен думать, поскольку я лидер, я знаю все. Just like the boss, sometimes he will learn something from his worker. Иногда даже сам босс идет у своих подчиненных рабочих чему-то учиться. Третий урок. Для совместного руководства между нами всегда должно существовать взаимное уважение. Объединив наши способности и возможности, мы можем разрешать тяжелейшие задачи. We can do amazing things when we work together. Мы можем очень поразительно достигать поразительных результатов, работая вместе. We don't need a lot of people. Just even a small number of people, we can do a lot. Но нам даже не нужно много людей. Достаточно их небольшого количества. Мы можем достичь многого. We've done a lot, but we can do a lot more. Мы уже сделали много, но мы можем еще больше сделать. Prabhupada did not accept that anything was impossible. Prabhupada не принимал такого выражения, что что-то невозможно, недостижимо. Prabhupada taught us. Impossible is the word in the full dictionary. Вот его знаменитое выражение Прабхупады, что невозможно, это слово из словаря дураков. Go ahead. Когда гуси летят клином, они гогочут, дабы поддержать тех, кто летит впереди. Таким образом они сохраняют постоянную скорость. So the devotees at the back, they have to be quacking, they have to be making the noise to encourage. Итак, вот те, кто как бы служит под руководством чьим-то, они должны вот тоже так
как сказать, квакать, и вдохновляет своих лидеров. You have to be encouraging the people in charge, the leaders. Они должны быть способными на то, чтобы вдохновлять своих лидеров. Everybody's playing their part. Поскольку каждый вносит свою какую-то роль, играет. We don't stand back and say, well, I'm not a leader, I don't have to do anything, I don't have to bother. That's not right. Неправильным думать будет так, ой, я не лидер, я вообще ни о чем не должен беспокоиться, волноваться. We have to encourage the ones in the front. Нет, мы должны стараться вдохновлять тех, кто впереди. Are you all doing that? Are you encouraging the leaders here? Вот вы здесь как, вдохновляете своих лидеров? Yeah? No. Да или нет? You're not cracking. Как? You have to, you, you're supposed to be cracking, you're supposed to encourage them. Гогочите, вы гогочите, вдохновляете своих лидеров. Предполагается, что вы должны так поступать. Yeah, everybody got to do their bit. Каждый должен что-то делать такого. Четвертый урок. Вовремя сказанное вдохновляющее слово всегда мотивирует, помогает и укрепляет. Это может принести большое благо. The leaders have to encourage those below them, and sometimes those below have to encourage the leaders. То есть и лидер должен вдохновлять тех, кто служит под его руководством, и те, кто под руководством лидера служит, должны вдохновлять лидера. It's not easy to be the one on top. Не просто быть наверху. He's making all the decisions, he's got to make sure everything goes on. Нужно постоянно принимать решения, нужно быть всегда уверенным, что все хорошо идет. So we have to encourage them. И нужно таких людей стараться вдохновлять. So these are important principles to remember. Это важные принципы, которые необходимо помнить. Everyone has a part to play. У каждого есть своя роль, которую он должен играть. So, right? Если мы сплочены и поддерживаем друг друга, если создаем настоящий командный дух, то независимо от наших разногласий, мы будем способны противостоять любому испытанию. Жизнь будет легче, годы будут пролетать более полноценно, и мы можем сотрудничать в этом духе, чтобы удовлетворить Шрилу Прабхупаду и Гаурангу. Yeah. So our center has been here for many years now. More than how many years? Сколько вот наш центр здесь существует уже лет? Вот этот именно храм сколько существует? Since 2003, 11 years. 11 years? So, yeah, come a long way. And we have many plans. Андрей Прабху has many plans, things he wants to accomplish. И вот у Амалачараны Прабху уже еще много планов, очень, которые он хочет осуществлять. Wants to beautify the whole land here. Всю вот эту территорию он хочет окультурить. He has very nice ideas. Замечательные идеи есть у него. We should all try to help and play a part in this. И мы должны стараться помогать, какую-то роль играть в этом. And our, just by our enthusiasm, that is the most important thing. Вкладывать свой энтузиазм, это очень важно. Be part of the team. Быть частью команды. Work together. Работать вместе. What is it, last part? Щелкните. Так, мои дорогие друзья вайшнавы, давайте возьмем пример с гусей и полетим по нашему пути назад к Богу. Be like the geese. Вам нравятся эти гуси? Yes. Oh. Every bird's got to flap their own wings. Видите, каждая птица должна своими хлопать крыльями. But they're all flying together, one team. И в то же время они все вместе держатся одной командой. Отбросив сентиментальность, мы должны научиться действовать, основываясь на убежденности в том, что наша первая обязанность – это выявить лучшее в другом человеке. Если мы это сделаем, то кто захочет оставить общество преданных?
We want to see, try to bring out the good things, see the good things in the other people. Мы хотим видеть хорошее, хорошее в других людях. That is devotee. Таков преданный. Devotee sees his own faults. Преданный видит свои собственные недостатки. And he sees the good in others. А в других видит хорошее. If you're only seeing faults in others, you're in Maya. Если же вы видите только недостатки в других, то вы находитесь в Майе. But if you're seeing faults in yourself, that is good. Но если вы видите недостатки в себе, то это хорошо. Go ahead. Read. Мы должны быть уверены в том, что выявление лучшего в других автоматически выявляет лучшее в нас самих. Если наши лидеры будут выявлять лучшее в нас, то мы естественным образом будем отвечать им тем же. So it's all reciprocation. То есть мы видим это взаимодействие, обоюдное. We want to appreciate others, we want to bring out the good qualities in others. Мы хотим выявлять лучшее в других. We want to try to do better ourselves. И хотим улучшаться сами. Возможно, мы будем не способны изменить все, с чем нам предстоит столкнуться, но мы не сможем изменить ничего, пока не попытаемся. Okay. Hare Krishna. So, this is one presentation on cooperation. There's a lot of other things we can see about cooperation. Это одна из презентаций вот на тему сотрудничества. Есть множество других вещей, посвященных этой теме. I haven't been able to get it all translated yet. У меня еще не все переведено на русский. But Prabhupada talked about cooperation constantly, many, many times. Прабхупада постоянно говорил о сотрудничестве много-много раз. And it's very, a very important point for all of us. Это очень важный момент для всех нас. We all have a part to play in the Krishna consciousness movement. У нас у всех есть своя роль, которую можем играть в этом движении сознания Кришны. And Prabhupada said, your love for me will be shown by how you cooperate with each other. Прабхупада так и говорил, ваша любовь ко мне проявится в том, как вы будете сотрудничать друг с другом. And so if we have any appreciation for Prabhupada, it will come in that, it will be shown in that mood of cooperation. Поэтому, если мы хоть немного ценим Прабхупаду, мы должны показать ему, как вот мы проявляем этот дух сотрудничества. Any questions? Есть ли вопросы? Maybe before we go on, what we were talking about the Babaji's in Vrindavan last night. Перед тем, как мы продолжим, вчера вот мы говорили о Бабаджи во Вриндаване. And I just happened to get a message about Babaji's this morning. Somebody sent me a mail and it was Prabhupada talking about Babaji's. И вот прямо сегодня утром мне кто-то прислал на электронную почту как раз тему, посвященную Бабаджи. Это Прабхупада с кем-то говорит на эту тему. So I'll just read the letter to you. Я прочитаю вам письмо. So Prabhupada, he wrote to this one devotee, he said, I have received information that some of our devotees are visiting the Babaji's in Vrindavan. Prabhupada пишет в этом письме, я получил известие о том, что один из, кто-то из наших преданных встречается с Бабаджи во Вриндаване. This has produced so many problems among our men and women who visit Vrindavan. И это производит множество трудностей среди наших мужчин и женщин, посещающих Вриндаван. Here in Los Angeles, we have found that there is a group of about 40 devotees who privately meet to discuss intimate pastimes, artificially thinking that they can enter into an understanding of the gopis. Здесь в Лос-Анджелесе у нас есть группа около 40 человек, которые тайно встречаются и обсуждают предметы, о которых искусственно они думают, что уже способны понять сокровенные игры гопи, Кришны и гопи. This will create havoc in our society. Это посеет хаос в нашем обществе. The result will be that if this is allowed to go on, our preaching work will be greatly hampered.
Сложность будет следующая. Если мы позволим этим вещам развиваться, то наши усилия в проповеди будут фактически сведены на нет. This premature desire to understand the lila of Krishna is due to mundane sex life desire. Это преждевременное желание понять лилы Кришны основано на мирском сексуальном желании. We have seen that among many of the Babajis and Sahajas in Vrindavan. Мы уже это видели на примере множества Бабаджи и Сахаджи во Вриндаване. One of my disciples named Jagannath Das came back from Vrindavan asking that he had heard some Babaji speaking about Siddha Deha. Один из моих учеников, Джаганнат Дас, он пришел ко мне и сказал, что он услышал от Бабаджи во Вриндаване его рассказы на эту тему о Сиддха Дехе. So he was also listening to these Babajis. Он слушал тоже этих Бабаджи. So I want this immediately stopped. Я хочу, чтобы это немедленно прекратилось. If it continues, this mixing with the Babajis, then it will mean spoiling. Если это будет продолжаться, вот это общение с Бабаджи, то это принесет разрушение во всем. In many cases, these Babajis keep two or three women. Очень часто эти Бабаджи, у них связи с двумя или тремя женщинами. Asat Sangha Tyagi, give up the association of non-devotees. Asat Sangha Tyagi, нужно оставить общение с непреданными. Their association is to be avoided and prohibited among all of our devotees who visit Vrindavan. Нужно избегать и запретить всяческое общение с такими людьми для всех наших преданных, посещающих Вриндаван. That is a letter from Prabhupada to a devotee called Nitai in 1976. Это письмо от 1976 года Прабхупады к своего ученику Нитаю. Okay, any questions? Хорошо, есть ли вопросы? Любые. Any problems? Или проблемы? Есть проблемы? Что вы говорили по поводу заботы, то есть кормить других, да? Но иногда бывает ситуация, когда в храм приходят люди, знают Хари Кришна, просят такой просад какой-то поесть, но они не совсем благополучные, это могут быть какие-то либо бомжи, либо еще кто-то. Вот. Есть два варианта. Один все-таки воспользоваться священными писаниями, где не говорится, какой бы человек, просто подаем просад. Второй вариант наши, страх или опасность за то, что какие последствия будут, что они начнут каждый день ходить, еще придут люди, беспокойство будет. Вот чем нужно руководствоваться в таких ситуациях? So what to do in those cases when some people are coming and as we can have that we should provide for everyone. But sometimes people came who is poor people and homeless people there is two options. We can feed them without distinction. But at the same time from another hand we get afraid when all these people will come regularly day after day, and they become more and more of these people. And what to do? How deal with this? Yeah. Well, this instruction about people not going hungry within 10 kilometers of the temple, this was given in Mayapur. Это наставление о том, что вокруг наших храмов в радиусе 10 километров не должно быть голодных, было давно в Майпуре. It was a particular incident which brought out this instruction from Prabhupada. Там определенный инцидент, определенный случай вызвал вот такую реакцию Прабхупады и его такие наставления. He had seen children going through the garbage, eating the food which had been thrown away. Он увидел сцену, когда маленькие дети, они рылись в мусоре,
куда вот выкидывают тарелки, и они там какие-то объекты, объедки доедали. Now, in Prabhupada's time particularly, in that part of India, Bengal, there was a lot of poverty. В те времена в Бенгалии была очень бедная обстановка вообще. And Prabhupada was bringing people from the Western countries to live there. А Прабхупада привез западных людей жить там. And he was planning a big center. И планировал открыть там большой центр. So Prabhupada certainly considered it to be improper to have on one hand the devotees living on a very high level, and while at the same time there was so much poverty nearby. Поэтому Прабхупада видел неприемлемой эту ситуацию, что с одной стороны люди будут жить по-западному в комфорте, а в то же время их будут окружать неприкрытая нищета. So Prabhupada gave that instruction about how people shouldn't go hungry near the temple. И вот Прабхупада дал это наставление в этих обстоятельствах, что вокруг храма не должно быть голодных. At the present time, things have changed quite a bit there. В нынешние времена там уже все сильно поменялось. There's not so much poverty there now. Уже не такой бедности, бедноты нет. That's not such a big issue. Уже как бы это небольшая проблема. So they don't do so much food distribution there now. They do a little. Они сейчас там немного это пищи раздают, немножко это делают, но немного. Prabhupada also instructed they could come and eat there, but they couldn't take anything away with them. They had to eat whatever they had there. They had to eat it in the temple, in that building where they served the prasada. Because if they take it home, they will take the rice home and mix it with fish. That will be very bad. Он сказал, что они должны кушать именно там с преданными, где просад раздают. Они должны это забирать с собой домой. И там есть со своим мясом, рыбой и еще что-то. So in distributing prasadam, he didn't want people mixing non-vegetarian foods with it. Он не хотел, чтобы люди смешивали просад с невегетарианской пищей. Prabhupada also he didn't like the idea that we were just a society to feed poor people. А также Прабхупаде не нравилась эта идея, что мы общество вот такое, которое зациклено просто на кормежке бедняков. He gave instructions that we should go everywhere. Он дал наставление такое, мы везде должны, повсюду. Don't just only take food and distribute it to poor people. Не распространяйте пищу только бедным людям. But go everywhere, because everyone is actually poor in a spiritual sense. Но обращайтесь ко всем, поскольку с духовной точки зрения все являются бедняками. We should distribute prasadam everywhere, without discrimination. Поэтому прасад должен распространяться всем и каждому без различия. So we're not just some social welfare society. У нас не общество какой-то социальной помощи. It's a spiritual movement. Where our mission is to distribute spiritual knowledge. Это духовное движение. Наша миссия является распространение духовного знания. We're not just offering free meals for people. Мы не те, кто бесплатно просто озабочены кормлением людей. So there has to be some balance. Поэтому нужно баланс определенный соблюдать в этом. The people come and offer to do some service, maybe you can engage them. Если человек приходит и предлагает свои услуги в каком-то служении, мы можем их занимать. If they're coming here and they're if you're able to actually engage them in some work, then we can make use of them. Если мы можем занять людей в какой-то работе практической, мы можем их так использовать. Not that they would just simply come and eat and go. Не так, что они просто пришли, повкушали и ушли. But we can put them to some work. Но мы можем предложить какую-то работу выполнить. In some engagement, there's so many things to be done. Столько же работы есть. So that takes, some organization. Это требует определенной организации. But
We have to expect, as in the future, more and more people will come to Krishna consciousness. We have to be able to engage them. Nobody is useless. Well, at least, so long as they're not lazy or crazy. In America, you know, in the Western countries, particularly in USA, you often find there's a number of people who are not mentally stable. В Америке, на Западе, вот в Америке в частности, часто попадаются люди, ну, умалишенные, как мы говорим. So they don't work. Они не работают. And they come, they want to eat. И они приходят и хотят вкусить. So difficult. So they can come sometimes, not every day. Бывает возникает проблема, то есть иногда они могут приходить, но не каждый день. You have to give some mercy, but at the same time you can't give unlimited mercy. You can't be giving a free meal every day. Вы какую-то милость должны же оказывать, и в то же время вы не можете безграничную милость оказывать, вы не можете их кормить каждый день бесплатно. So we try to somehow так или иначе, engage people. Нужно стараться занимать их также. In London there's one center in the center of London where they have a lunch program, and people often visit there to take advantage of the lunch program. В Лондоне в самом центре есть центр, где есть программа по бесплатным обедам, и люди туда приходят пообедать. So the people can come once or twice, but that, you know, after two or three times, then okay, you know, that's it, you know, you can't come every day. И вот когда человек уже два раза, к примеру, засветился, там ему говорят, окей, с тебя хватит, пожалуйста, больше не приходи. It's a devotees program. It's a public, open for everyone. The devotees give a talk, they have a kirtan, and they say, Pusano. It's a program, devotees program. Yeah. Да, это преданные вот эту программу. Они там и говорят, и киртаны проводят. Все. А как вот вдохновлять старших преданных лидеров своими выполнением поставленных задач, может, еще какие-то? Как это? How we, as devotees who serve under some leaders, how we can inspire them, just dutifully do our duties or some other way? Yeah, well, that's one thing. Certainly, if you're dutiful, that's encouraging to the leader. Безусловно, это одна из вдохновляющих для лидера вещей, когда вы так с чувством долга подходите к своим обязанностям. And sometimes we also make it, if we can give advice, suggestions, contribute. Также иногда мы даем, можем давать какие-то советы, какие-то что-то можем подсказать. And sometimes maybe even you can speak encouraging words that, you know, we appreciate that you're taking this responsibility. А иногда прямо можем вот так подойти и сказать, и что мы очень ценим ваш вклад как лидера, что вы на себя взяли такую ответственность. But we know it's not easy to be taking that position. Поскольку мы знаем, что в этом положении находиться непросто. And we thank you for taking that position. Мы очень благодарим вас за то, что вы взяли на себя такую работу. Bureaucracy, how it can manifest amongst devotees? Maybe you want to get a book, somebody comes to the temple and they want to buy a book and they say, oh, I'm not in charge of the book room. You have to find the person who's in charge of the book room. Ну вот такой типичный пример бюрократии. Кто-то заходит в храм, говорит, я хочу книжку у вас купить, а вы говорите, это не ко мне, найдите специального человека у нас есть, который книги выдает. The person with the keys is not here today. А вот и он с этими ключами, его сегодня нет. Come back tomorrow. Завтра приходите.
And I want to be a devotee, can you tell me what I need to do? Или человек говорит, я хочу стать преданным, можете мне рассказать, что нужно для этого? Oh, the Bhakti leader is not here today. Come back next week. А вы говорите, а наш лидер Бхакт, его сегодня нет вообще, он на следующей неделе будет приходить на следующей неделе. Like that? Да, будет. Да. Вы говорите, что мы должны стать у тех, у которых такие же цели и задачи, да? Ну, то есть цели, ну, сколько, да? То есть мы должны объединяться. Но ведь вроде как бы с материального мира понятно, что мы нашли общество преданных, но даже ведь в обществе преданных есть другие цели. Как понять это, что мы должны искать людей, у которых, ну, которые такие же, как и у меня. It was said that we should cooperate with people who have same purpose and goals, but we all different personalities and how to apply this. No, we have the same goal. We all want to go back to Godhead. Хотя да, мы все разные, тем не менее у нас одна цель вернуться домой к Богу. We all want. Kind of for intermediate, some intermediate goals. For example, I don't have taste for some kirtana. Oh, yeah, well, that's naturally. We know there's differences. Of course, конечно, мы видим, что люди все разные. But the common point is we all want to please Krishna. Но объединяющий момент это то, что все мы хотим удовлетворить Кришну. We all want to please Prabhupada. Удовлетворить Прабхупаду. There are a lot of common factors. У нас есть много общего. We have to see the common factors, not the differences. Мы вот на общее должны смотреть, а не на различия. Что если человек увидит недостатки, то это значит, что он находится в мае. Да? А если видит вообще только плюс, то это значит хорошо. А если вот у меня, допустим, я вижу и то, и я вижу и в себе минусы, и в то же время я вижу во всех остальных минусы. Как тогда? Мы не можем не сложиться. Some positive qualities in others and don't see their faults. This is good. But if what if I see positive and at the same time negative in them and in myself also? Okay, you see some faults in somebody. What do you do? Итак, вы видите какие-то недостатки в других. Что же вы делаете с этим? It's not usually our job to do anything. Обычно это не является нашим вообще делом что-то предпринимать по этому поводу. If there's some faults in someone, then the job of the spiritual master, really. Итак, если вы видите в ком-то недостаток, это на самом деле задача его духовного учителя с этим иметь дело. Are the representative of the spiritual master. Или представители духовного учителя. It may be in the form of the temple president. Который может принять форму президента храма. Regional secretary. Или региональный секретарь. Some senior Vaishnava. Какие-то старшие Вайшнавы. They have that job to point out the fault. Это их работа, а указывает на недостатки. Somebody who is not in that position, if they see the fault and try to do something, then that's going to create a big problem. А если же кто-то, который не занимает вот таких ответственных постов, видит недостатки в других преданных и пытается как-то их исправлять, это может послужить причиной больших проблем. Because they're doing something which is not really their job. Поскольку они пытаются заниматься не своим делом. Now we have to know what is our responsibility. Поэтому нужно знать, что же является нашей задачей. So you, if you see something wrong, you can report it to the senior most Vaishnava. Итак, если вы видите в ком-то недостаток, вы можете об этом сказать кому-то старшему. You bring it to their attention. Чтобы они приняли это во внимание. And if they don't do anything about it, then you have to, you can take it to a higher authority. И если те ничего не предпринимают, то вы еще к более высоким авторитетам можете обратиться. You can write to your own spiritual master or to the GBC. Вы можете написать об этом своему духовному учителю или его духовному учителю или GBC. Bring it up to their attention.
And if they don't do anything about it, then they must consider it's not very important. And you should just forget it. And say, well, you know, what difference does it make to us if that somebody else is doing something which is not wrong? The important thing is our service, not, you know, but if you spend all your time seeing faults in others, then we don't notice our own faults. Нам-то какое дело до чужих недостатков? Мы должны быть заняты своим служением и этим быть озабочены. Если же мы слишком погружены в поиски недостатков других, то мы при этом забываем видеть собственные недостатки. It doesn't make a healthy environment. It doesn't help the association of devotees if we start finding fault with others. Вот такое настроение, попытки искать недостатки в других, не создает хорошей атмосферы в среде преданных. If you point out something to somebody, they'll hate you for it. Поскольку когда вы кому-то тычете в его недостатки, он начинает вас просто ненавидеть. Right? Не правда ли? Even though it's true. Даже если это правда. But they won't like it. Человеку-то это не нравится. They'll hate you. Он будет вас ненавидеть. You always see, you always find fault. You only see bad. Он вот всегда во мне только плохое видится. We may mean well, we're trying to do good, we're trying to help them. Мы-то думать можем, я-то стараюсь ему помочь, улучшить хочу ситуацию. But not people won't appreciate. Но люди могут этого не ценить. Therefore, it's the work of the spiritual master, the senior most Vaishnava, to see the fault. Поэтому это задача духовного учителя и старших вайшнавов видеть недостатки. Prabhupada used to say, because I have many faults, so I see faults in others. Прабхупада так говорил, поскольку у меня много недостатков, я вижу их в других. So we should always be cautious if you're trying to If you're seeing some fault somewhere, you want to do something about it. You should think twice about it. И поэтому нужно, как говорится, дважды подумать в этой ситуации, если хотите в ком-то искать недостатки рыться в этом. It's much safer to bring it up to a higher authority. Лучше, гораздо безопаснее к этому просто внимание привлечь каких-то более высоких авторитетов. Maharaj, if I still, you said that this is my right as devotee to inform some senior devotees about something, but I still, if it is done, I, about whom this senior devotee was informed about my faults, I feel still, although he doing rightly, but I feel badly towards him. What to do? I understand this is his right to do like this. But I feel badly about this. Вот туда. Вопрос, что вот Махарадж сказал, что это право человека, да, сообщать, как бы информировать более высоких авторитетов в каких-то недостатках, то есть это как бы законное действие, но при этом от этого не меняется мое чувство, если обо мне кому-то доложили, более высокому, вышестоящему, по полному праву фактически, я чувствую себя при этом плохо. Все равно к этому человеку. Что же делать? So that may be our own Maya. Это может быть моей собственной Майей. Somebody not doing really anything. They're doing what they're supposed to do, but we don't like it. Тот что-то делает, что он должен делать, но нам это не нравится. So we have to control our mind. Мы должны контролировать свой ум. We have to constantly deal with this mind that there's the lower self and the higher self. The lower self is always being the demon and finding fault with others. Вот у нас есть две такие личности. Есть наша низшая природа и высшая природа. И вот эта низшая природа всегда старается быть, всегда является демоничной и всегда старается видеть плохое в других.
we have to fix ourselves on the higher, on the higher consciousness. Но нужно стараться сконцентрироваться на высшем сознании. So constant hearing and chanting is the real medicine for all of these problems. Итак, истинным лекарством от этих всех проблем является постоянное слушание и воспевание. The more we're busy in our own devotional service, the less time we have to think about others. Чем больше мы заняты своим собственным преданным служением, тем меньше у нас вообще времени и желания думать о других. So this is the whole point, that if we keep ourselves fully engaged in Krishna consciousness, we don't have time to see the faults or to worry about others. Вот в этом вся суть, что если мы постоянно заняты преданным служением, у нас нет времени искать чужие недостатки и беспокоиться об этом всем. We have to be like the bee. Мы должны быть подобны пчелам. Not the fly. А не мухам. The bee takes the nectar. Пчела ищет нектар. But the fly goes to where all the stool is, where the pus is, all the nasty things. Но мух всегда можно видеть везде, где есть испражнения и другие нечистые вещи. The needle has only one hole, but the sieve has full of holes. У иголки только одно отверстие, а сито у него все на отверстие. But the sieve is saying, look at that, the hole is there, and I've got a hole in the needle. И вот это сито говорит, показывая на иголку, вы только посмотрите на нее, у нее там дырка. Yes, I'm you. Можно вопрос? Я так понимаю, что с нуля команду гораздо легче построить, а вот что делать, когда некогда дружная команда, и вот все переругались вследствие там каких-то своих там, ложного эго, прямо говорить. И что, как можно исправить вот такую ситуацию, когда некогда дружная команда, она как бы распалась. Да. So what to do in this situation? We have previously, for example, a nice cooperative team, but due to the false ego, it's broken down. It's much easier to create a new team. Or what to do with old team which now is in broken condition? Yeah, you have to rebuild. You have to build again a new team. New, even from old? Yeah, some of the old ones, yeah. If they're still in good service, if they're still able, then certainly, yeah. Да, из старых членов, пускай даже сейчас разрозненной команды, нужно делать новую команду, если они, ну, как говорится, в теме и в служении. Yeah, why not? Nobody should be rejected. Почему нет? Никого нельзя отвергать. Oh no, you were in the old team, we don't want you in the team now, you're out. Нельзя говорить, так ты же был в старой команде, а мы сейчас новую создаем, тебя здесь видеть не хотим. That's not fair. Это неправильно. Everyone should be engaged in Krishna's service. Все должны быть заняты в служении Кришне. And the older people have more experience, they have the experience from the past. Более того, вот эти старые члены команды, у них есть опыт, это, как говорится, за одного битого, двух небитых. That's an important thing. Это очень важная вещь. Ну а если мы, допустим, я всех хочу видеть, а меня кто-то не хочет, что тогда делать? I want to see everybody in the team, but somebody don't want to see me in this team. I wonder why. Я, мне интересно, а почему так кто-то вас не хочет? Well, we encourage everyone, you know, we're saying Krishna consciousness is for everyone. Everyone has to be engaged. We have to find ways to engage everyone. Так мы говорим, сознание Кришны для всех, и всех нужно как-то каким-то образом занимать.
we think, oh no, this person, it's not very good thinking if he thinks, oh, we don't want him in the team, he's no good. That's not very good thinking. Неправильным является такое мышление. О, вот этот нехороший, он не подходит вообще, не наш там. We try as much as we can to keep people and give everyone an opportunity. Нужно стараться за всех сил каждому предоставить возможность служить. But at the same time, we appreciate different individuals' weaknesses. При этом мы должны оценивать как бы все сладкие, привлекательные стороны человека. Не обращает внимания на то, что когда-то он уже какой-то совершил какой-то нехороший поступок или еще что-то. То есть мы должны закрывать на это глаза. We have to appreciate what he can do for Krishna. At the same time, if you know he has some particular bad faults, some deviations, then we have to also understand that he has his own shortcomings, he has his own faults. Но при этом мы можем понимать, что у него есть какие-то, если они есть, какие-то недостатки, проблемы и отклонения. Мы одновременно это видим. We do want to try to engage people in Krishna consciousness. Мы должны стараться занимать людей в сознании Кришны. You know, there was a case in the times of Bhaktisiddhanta Sarasvati. Был вот этот случай во времена Бхактисиддханты Сарасвати. Some man had come, a respectable man had gone to visit his temple. Один уважаемый человек посетил его храм. And he said, you know, seeing the people in the temple, he thought some of these people, he didn't think they were fit to live in the temple. И он так критически посмотрел на преданных живущих в этом храме и подумал, что некоторые из них недостойны вообще здесь жить. But Bhaktisiddhanta Saraswati replied that, well, if we reject them, if we put them out of the movement, they have no hope. Но Бхактисиддханта Сарасвати на это ему ответил, что если мы этих людей отвергнем из этого движения, выгоним, то у них там снаружи не будет вообще никакой надежды. They may not be very spiritual, they may not be very pure, but you know they're trying. Да, они могут не быть слишком духовными или чистыми, но по крайней мере они стараются. So the idea is we have to try to give mercy as much as we can. В этом идея, насколько в наших силах мы должны быть милостивы к людям. We don't have a lot of people. You don't have a lot of people. We don't have many devotees. У нас же не так много преданных. And if we become very strict in accepting and or rejecting people, if we make the standards so high, then it will be very difficult. Если мы начнем вот так очень строго, задирая стандарты до невозможности, отвергать и принимать людей, то у нас будет трудность, у нас никого вообще не останется. So Prabhupada said, Krishna consciousness is not for lazy people or crazy people. He allowed people to come so long as they did not disturb. То есть он разрешал каждому приходить, если тот не беспокоил других. So that's the idea. If somebody's coming and they're not creating any disturbance, then we can tolerate them. Если вот в этом идее, если кто-то приходит и не вносит каких-то беспокойств, то мы должны терпеть его. And we try to engage them in some service. И стараться занимать его в служении. And everyone has to do something. Каждый что-то должен делать. There was one lady in the temple, and Prabhupada said, "What service does she do?" А однажды была одна женщина в одном храме. Прабхупада спросил,
она какое служение выполняет? They said, Prabhupada, it takes her all day to chant 16 rounds. А ему сказали, Прабхупада, у нее весь день уходит, чтобы повторить свои 16 кругов. But Prabhupada said, that's not good, she can't do that, she has to do some service. Прабхупада сказал, это нехорошо, она так не должна поступать, она еще какое-то служение должна выполнять. So is it correct? Understand that if I see some faults, somebody I should inform a senior and not discuss this among equal or. Yes, that's right. Да, это правильное понимание. Better not to discuss it among others. Just you bring it to the attention of some senior. And youngers. No. Equal and youngers. You don't discuss, yeah. Да, это правильно. Нельзя обсуждать недостатки чьих-то неравных и младших. То есть, допустим, например, жестко прервать такой разговор, да? It means if somebody starts such topics, discussing some faults, we should stop this. Yeah. Да. This is not very good discussion. Это не очень хорошая тема вообще для разговора. It becomes prajalpa. Это становится праджалпой. В читании Чаритамриты Прабхупада в комментарии пишет там такие очень мощные выражения по поводу Кали-Чева. Там посвящает, что в нашем обществе сейчас очень много людей, которые являются Кали-Чева, то есть одеваются как вайшнавы и так далее, провозглашают себя вайшнавами, но являющие Кали-Чевами. И вот он говорит, что такими преданными вообще нужно их игнорировать, не общаться с ними, то есть не вступать в отношения какие-то. Как отличить, что у человека, например, проблемы, которые мешают ему служить, ну, вызваны каким-то тяжелой кармой и так далее, или человек действительно калечел, не собирается мешать. И в этом случае, если он не собирается меняться, как Прабхупада говорит, калечела, то есть мы должны как-то делать усилия, чтобы выявить это или прекратить его деятельность. Или тоже мы смиренно должны молчать, поступать по этим делам. If we, Prabhupada mentioned in Chaitanya Charitamrita about Kali-Chelas, so and how to distinct between Kali-Chela, those who consciously do some wrong due to this Kali-Chela nature, and from those who have just some faults, and in case if he is really Kali-Chela, should I make some endeavor to do something with this? Or just ignore and engage in my devotional practice. Well, it depends on your what position you're in and what your responsibility is. Зависит от вашего положения и ваших ответственностей. If you're a manager or if you're a leader, then you may have to be involved with this person. Если вы менеджер и лидер, вы должны быть вовлечены в такие решения. You may have to make sure this person is not creating any trouble within the society of devotees. Должны быть уверены, что этот человек не творит никаких проблем в обществе преданных. People come to Krishna consciousness to hear about Krishna and to engage in devotional service. Люди приходят сюда, чтобы слушать о Кришне и быть занятыми в преданном служении. But if he is really Kali-Chela, then you know he's a disciple of Kali, and his business is sinful activities. Но если это Кали-Чела, это значит ученик Кали, его делом является греховная деятельность. And he's encouraging others in sinful activities. И он вдохновляет других на грехи. So that's not good association for devotees. Для преданных это, естественно, плохое общение. Да? Махарадж, я хочу еще какую-то историю с гусями тоже добавить. Есть еще одно как бы правило гусей. Когда лидер вдруг заболевает или вдруг ранен, то два самых ближних гуся, которые так, самые сильные, они приземляются с ним на землю,
и ждут, пока она либо умрет, либо она, может быть, тоже под нашим обществом может применять, помогать преданным, которые упали в трудную ситуацию. Some addition to this goose example, that I know that when some leader, goose leader has some problem, two nearest goose will take you and with him they put down on the earth and wait until he recovered himself or died. So maybe we can also apply this in our society. Yeah? Okay. Yeah, maybe. Да, может быть. Nice. Nice example. Хороший пример. Any more questions? Еще вопрос есть? Okay. So we will stop then. Thank you. Hare Krishna. Спасибо большое. Шрила Прабхупада.